Российский автопром не перестает удивлять своими новинками. Так, на улицах Москвы заметили прототип нового отечественного спорткара «Росса». Владелец бренда – российский гонщик Роман Русинов. А разработкой спорткара занимается Игорь Ермилин, бывший главный конструктор компании «Маруся Моторс». Новый автомобиль построен на базе купе «Маруся B1» и позаимствовал у него форму кабины и передний обтекатель. При этом у модели оригинальная оптика и массовая задняя часть с тонким монофонарем и огромным плавником на крыше. Информация о двигателе спорткара пока засекречена, но у его предшественника был 3,5-литровый мощностью 240 лошадиных сил. Хороших вам новостей!